Во вторник в Самарской области будет ясно и без осадков. Температура воздуха 11-15, тепла днем, ночью плюс 1, плюс 2 градуса. Ветер южного, юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 1, ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 14, ночью 3 градуса выше 0, ветер южный, 4 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков. Дневная температура плюс 14 градусов, ночью плюс 1. Ветер южного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.